На улице Железнодорожной жители дома номер 2 постоянно сталкивались с проблемой скопления дождевой воды после обильных осадков. И перед одним из подъездов собиралась большая лужа, что значительно затрудняло подход, особенно для молодых родителей с колясками. Жительница дома оставила заявку на портале «Добродел» с просьбой решить данную проблему. Решение не заставило себя долго ждать. Администрация городского округа Красногорск приняла необходимые меры. Недавно, буквально дней 5 назад, я обратилась на сайт «Добродел» с проблемой, которая у нас во дворе уже несколько месяцев и, наверное, лет. Я относительно недавно здесь живу, примерно год. И очень оперативно среагировала администрация Красногорска. Приехали сегодня и начали уже работы по устранению недостатка. Спасибо большое за оперативную реакцию. Но быстрой реакции на проблемы недостаточно. Необходимые действия должны предприниматься не только оперативно, но и качественно, тем более, когда речь идет о комфорте жителей округа. Проконтролировать ход выполнения работ и пообщаться с местными жителями приехали представители депутатского корпуса и первый заместитель главы муниципалитета. По поручению нашего главы Дмитрия Владимировича Волкова были оперативно приняты меры, и на данный момент силами нашей организации «Водоканал» проходит организация дождеприемного колодца. Очень важна действительно обратная связь, очень важно включение депутатов, чтобы жители могли обратиться к администрации, к нашему депутатскому корпусу и, самое главное, получить решение этих проблем. Новое инженерное сооружение позволит воде скапливаться в специальном резервуаре под землей, и по мере необходимости излишки воды будут откачиваться также силами водоканала. Как итог, придомовая территория защищена от подтоплений, а доступ к подъезду всегда свободен. Еще один плюс такой конструкции – это отсутствие сложности установки. Все необходимые работы были проведены за один день.